Привет, друзья, вы на канале Survivor, и это The Long Dark 4 эпизод. Проходим сюжетку. В прошлой серии мы нашли последнего работника подстанции, и теперь нам нужно вернуться на нашу базу рядом с тюрьмой. А потом мы отправимся уже искать ужасного волка. Вот тут у нас в регионе появился агрессивный волк, а также, по идее, должны найти тайник осужденного. Но вначале мне нужно добраться до базы возле тюрьмы. Мы пойдем, получается, через мост на старой подстанции, скорее всего. Немного перекантуемся и потом уже двинемся дальше. У меня проблемы с едой. Есть мне почти нечего. Я вот доедаю сейчас уже последнюю Тимофеевку. С водой проблем нету, а вот с едой уже наблюдаются проблемы. И вот этих вот банок с супом мне не хватит. Потому, скорее всего, придется уже разделывать волков. Давай-ка наедимся, напьемся. Так, время у нас близится к вечеру, но я думаю, что я успею добраться до этой подстанции. Че, пошли? Револьвер на изготовку и погнали. Так, пойду я через мост. Вот так вот. И попробую добраться до подстанции. И, кстати, нужно заглянуть, обыскать все места, чтобы ничего не пропустить. Попробую это сделать. Не помню, был я вот здесь вот или нет. Загляну туда, гляну, что там можно найти. Погодка вроде бы хорошая, и Маккензи не мерзнет, потому пока что все хорошо. Так, что у нас здесь? По-моему, я здесь был или нет? Обыскать. А я тут не был. Огниво. 40%, правда. Но ладно, деревянные спички, бутылка воды и все. И все. Дальше куда мне? Вон там мост. Мне нужна в ту сторону. Ну что же, давайте добираться до моста. Так, по идее, мне нужно подниматься вот здесь вот. Вверх по склону. И там где-то может быть проход. Вообще, везде, где можно пройти, по-моему, растет травка вот такая вот. И вроде как заблудиться сложно, но у меня получается. Так что, возможно, добираться мы будем к мосту очень-очень долго, так что будьте готовы. Так, здесь опять то ли развилка, то ли что. Идем по травке. Надеюсь, волков я не встречу. Очень сильно на это надеюсь. Так, куда я вышел? Куда я вышел, смогу ли я здесь пройти? Так, здесь тупик. Здесь у нас тупик. Ладно, возвращаемся обратно. Вот так вот, вроде и травка растет, а ведет она в тупик. Обожаю дизайнеров локаций. The Long Dark. Вот здесь вот у нас есть проход. Тут травы гораздо больше и вроде как путь правильнее, да? Будем надеяться. Так, здесь я не могу спуститься, потому что... Ну, потому что не могу. Придется идти по дереву. Поднимается ветер. Не нравится мне это. Так, а куда меня это приведет? Тропинка. Так, опять же по дереву придется пройти. Вон там уже линия электропередач. Надеюсь, я иду правильно. Еще дерево. Так, куда я иду? Давай-ка вот туда вот я не пойду, потому что это у нас странный путь. Хотя там внизу дорога. Там внизу дорога, и там вон у нас волчара погибший. А если я пойду туда, куда я выйду? Смогу ли я спуститься здесь где-то? На дорогу. Это же дорога? Ну да. Попробую спуститься здесь. Потому что по дереву непонятно, куда я выйду, а вот здесь есть шанс, что я спущусь к дороге. Я не помню всех мест, как тут нужно идти, потому иду наугад. Так, здесь спуск. Полезли.
По крайней мере, такие спуски лучше, чем веревка, потому что не тратится запас энергии. А запас энергии — это очень важно. Так, давай-ка спускайся. Так, хорошо. Хорошо, тут опять же дерево. Куда ведет это дерево? Я не знаю. Надеюсь, что туда, куда мне надо. Так, что мы тут имеем? Участок дороги, где я, по-моему, убил Мишку. А, вон он, Мишка валяется, да. Так, ладно. Переходим здесь. В смысле? Да ладно. Вот такие вот моменты, они просто убивают. Реально. Вот вроде место, в котором можно пройти, и ты тратишь время, чтобы найти тот небольшой участок, где может Маккензи пройти. Это атас какой-то. Так, и что мы тут имеем? Опять же дерево. Я, по-моему, иду по тому же пути, по которому шел сюда. Надеюсь, что это неплохо. Заваленный участок дороги, опять же... А, вон он, Мишка, да. Обошли стороной уже эту территорию. Интересно, туда можно попасть или нет? По идее, можно, раз там Мишка жил. По идее, можно. Так, небольшое озерцо. Небольшое озерцо. И развилка. Можно пойти вон туда, можно пойти туда. И куда мне идти? Еды здесь нету. Судя по карте, нужно идти сюда. Хотя карте доверять в этой игре, в этом мире... Я не знаю, кто составлял карту, почему не нанес на карту дороги. Вот к этому у меня возникают большие-большие вопросы. Как можно было так составлять карту? Ну что? Мы выходим к дороге, и это радостная новость. Это радостная новость. А, кстати, а что? Что будет, если я пойду по тому пути? Что у нас там есть? Сейчас я проверю. Это, конечно, глупая затея, потому что вроде как поднимается ветер, и, скорее всего, сейчас станет холодно, но я должен проверить. Я должен проверить, что у нас вон там. Может быть, там другой спуск, и будет гораздо быстрее спуститься там. Сейчас посмотрим. Так, а тут тоже спуск, и тут озеро. И наверняка тут есть Тимофеевка, которая поможет мне выжить. Еды у меня так-то не очень много. Да, Тимофеевка есть. Прячем пистолет, начинаем собирать Тимофеевку. Это прям очень сильно пригодится. Главное, чтобы не было волков. И у меня уже перевес. Серьезно? Ну, наверное, это из-за того, что я устал. Уже меньше 50% энергии осталось. Но Тимофеевку я заберу. Так, и куда дальше? Судя по всему, вот сюда вот. Куда выведет меня эта тропинка? Я опять же выхожу к дороге, но с другой стороны. Так. Вижу волчика. И волчик — это не очень хорошо. Это может быть стая. Где он там?
Так, ну волков я напугал. Это уже радует. И, возможно, стоит его разделать и забрать. Могу ли я это сделать? Так, давай-ка собираем вот так вот тушки. И так, час. Давай, разделывай. Надеюсь, повезет. Начинаю немножко замерзать, но это не страшно. Хорошо, забирай. Забирай. Так, куда мне идти дальше? Там вон мост. Эту машину я лутал. Вроде бы да. А вроде бы и нет. Ну, вроде лутал, да. Все. Нужно донести мясо до подстанции. Пока не разразилась непогода. Мост, конечно, такой крайне опасный. Где-то здесь должна быть подстанция. Кстати, уже вечер прям близится. И где подстанция-то? Где-то слева. Вот, вот здесь вот. Давай. Главное не нарваться на волков. Замерзнуть я уже точно не успею, но главное не нарваться на волков. Насколько я помню, здесь вход со стороны озера. Если я пойду вот так вот, с той стороны обходить, то это будет, по-моему, гораздо дольше. Потому пойдем с этой стороны. Ну, Маккензи, давай, ну... Ну, как же ты бесишь. Это я заберу. Дерево мне пригодится. Так, вижу еще волка. Вижу еще волка. Вон он ходит. Не попал, что ли? Да ладно. Ну это же волчара. Ну как так? И ему хоть бы что? Неужели не хватает расстояния? Я не понимаю, потратил 2 патрона и не попал. Неужели нужно было брать выше чуть-чуть? Не знаю, ребят. Без понятия. Так, тут вот еще есть рогоз. То есть не рогоз, а Тимофеевка, я ее обязательно соберу. Волки напуганы, их ждать, их бояться нету никакого смысла, потому спокойно собираем Тимофеевку. Ну что, вроде бы все. Сейчас, возможно, зайду на базу, на эту, скину мясо и вернусь еще за Тимофеевкой. Потому что при таком перевесе собирать Тимофеевку, ну прям, не лучшая затея. Да, перевес, конечно, жуткий. Перевес жуткий. Давай. Фу, ну уже полегче. Уже чуток полегче. Так, давай-ка сюда скинем палки. Палки. Вот это вот. Так. Вот это вот тоже все. Вот это вот скинем. Ну и все. Заходим на базу. Ну, наконец-то. Темно, правда, как у... Ну, вы поняли. Но это мне не помешает разделать то, что я собрал с волка. Итак. Давай-ка собираем мяско. 1,8 килограмма. Собираем с помощью ножа. Поехали. Да, уже темно, ничего не видно, но
Собираем на ощупь. Собираем на ощупь. Так, давай-ка. А теперь вот это вот. По-моему, нельзя в темноте ремонтировать что-то, а собрать мясо можно и на ощупь. Так, все, готово. Это готово. Я, конечно, очень сильно пахну. И чтобы что-то видеть, давай-ка возьмем спички. Мясо я скину на улице сейчас. Чтобы оно не испортилось, пока я буду спать. Ох, какая тут погодка, просто жесть. Так, бросить. Все. Пусть оно там замерзает. А мы идем спать. Давай-ка опять же спички. А почему у меня до сих пор перевес? Скорее всего, из-за усталости. Так, вот тут у нас кровать. Попьем перед тем, как ложиться спать. Раз. И, наверное, есть я буду уже с утра. Так что давайте спать. Сколько? Ну, давай 10 часов. Так, во сколько мы проснулись? Но, опять же, утро еще не настало. Придется немножко подождать. Давай-ка часик подождем. Так, и часик поспим. Вот, замечательно. Уже более-менее что-то видно. Так. В первую очередь идем, наверное, и будем готовить волка. А пока волк будет готовиться, будем, наверное, заниматься тем, что у меня в инвентаре есть куча предметов, которые нужно разобрать, и этим, я думаю, что мы и займемся. Так, хорошо, давай, разводи огонь. Стоп, подожди-ка. У меня нету трута нету. Я его сложил весь сюда. Давай-ка веточки забираем все. И заберем один трут. Хотя я уверен, что с первого раза не получится, потому возьмем еще две штуки. Вот так вот. Так, попьем водички. И давай, разводи огонь. Порох я использовать не буду, буду разжигать на сухую, так сказать. Я почти уверен, что с первого раза не выйдет. А может быть и выйдет. Ну, давай. Молодец, Маккензи. Молодец. Но этого не хватит. 50 минут, слушай. Так, нужно доски. 1 час 30? Серьезно? Твою мать. Ладно. Пусть пока 50 минут. Пока что пусть готовится волчатина, которая у нас есть. И вот это вот. А я пока пойду разбирать доски. Так, сколько тут? 1 час... 49 минут. 45 минут. Оно не успеет приготовиться. Но доски... Слушай, может быть, я смогу найти веток каких-то. Это, конечно, вряд ли, но... Но мало ли. Никогда еще не был так голоден. Ну да, да, Маккензи, согласен. Так, давай, спрячь пистолет. А тут сейчас начнешь стрелять по веткам. Знаю я тебя. Так... Немножко веток нашел. Возможно, этого хватит. Что тут еще есть? Нету? Тут веток. Вон там ветки есть. Вот они, веточки. И... Так, волков нету. Но они как бы есть, но они меня пока еще боятся. И меня это очень сильно рад. Куда ты побежал? Так, 5 минут. Разламывай. Знаете что? Я, наверное, этого волка застрелю сейчас. Он побежал в ту сторону, где моя база. Мне это совсем не нравится. Где ты, зараза? Куда-то туда убежал. Ладно.
Так, успел я или нет? Успел я или нет? Да, успел. Успел. Давай, добавляй все палки. Час 45. 36 минут. 25. Блин, сгорит же мясо. Давай-ка я заберу его. И теперь я просто разобью доски. Вот так вот. Теперь добавляем сюда, опять же, топливо. Вот, теперь можно спокойно готовить. Теперь можно спокойно готовить. Да-да-да, Маккензи, знаю. Знаю, ты хочешь есть, но придется потерпеть немножко. Мы находимся почти в безопасности, потому тебе ничего не грозит. И готовка начинается заново. Вот это вот странно, мясо, по идее, приготовилось чуть-чуть, и должна была готовка продолжиться, но у мяса нету промежуточной готовности. Тихо, подожди! А как ты сюда попал? Твою мать! Я думал, это мертвый волк. А он живой. Ну и чё? И где вы, сволочи? Так, а я смогу сюда подняться тоже? Не попал? Еще не попал? А вот теперь попал. И там вон еще один. Ну как я не попадаю? Чё за фигня? Да, патроны трачу я просто в путь. А волки от этого не убывают. Ну вот тот же волк, правильно я понимаю? А, тут не простреливаются заборы. Прикольно. Просто красота. Так, что по мясу? 37 минут, 24. Ну что, придется пойти повоевать с ними, наверное. Придется пойти и повоевать. А если у меня что-то... Давай-ка вот это вот съем, чтобы не так голодать. Где вы там? Ну вот там же волчара. Иди сюда. Двое. Блин, а второй еще... Все еще на меня загренный. Не испугался. Здравствуй. Или испугался. Да ты посмотри на него. Вот зараза. Так, чего можно с тебя взять, разделать? Сколько времени на это уйдет? Один час. Блин. Нет, я пошел, у меня там мяско готовится. И, кстати, благодаря волкам я нашел вот здесь вот проход, о котором раньше не знал. Тут, оказывается, можно зайти спокойно. Так, давай-ка, убирай. 13 минут, 1 минута. Забирай. Готовим. Так, 11 минут, 10.
Давай забираем и это готовим. Ну и что, едим? Конечно же, едим. Наконец-то. Но опять же, я не наелся. Одного волка мне не хватило. Какой же я Маккензи прожорливый. Ай, ладно, что там, 45 минут, 46. Опять же, времени не хватит. То есть оно сгорит, пока я буду разбирать волка второго. Хотя, подожди. 15%, если я выберу вот это вот, и выберу не нож, а, например, топор. А пофигу. Совершенно пофигу. Короче, вначале нужно приготовить того волка. А потом уже разбирать этого. 20, час 37. Давай добавим немножко древесины. 38 минут, 39. Я не помню, за сколько сгорает мясо. В упор не помню, за сколько мясо сгорает. Ладно, ждем. Тогда просто ждем. Ладно, сколько тут? 2.40. Пойду-ка я разберу еще одного волка. Вот этого вот. Так, давай-ка, забирай вот так вот. Опять же остается час. Разламывай. Разламывай волка. Часик на этого, и сейчас отнесем это мясо. This gear starting to slow me down. И часик потратим на того. Ох, какой перевес жесткий. А чё так-то? Давай, давай, Маккензи. Ты справишься. Вероятно, это из-за дров. Так, давай бросить вот это вот. В смысле? Бросить и бросить. Вот так вот. Час 37. Ну и пойду заберу еще одного волка. А, еще дрова нужно скинуть. Надо скинуть дрова. Иначе будет жесткий перевес. Вот так. И пошли заберем еще одного волка. Вот того друга. Кстати, в этой машине я был или нет? Так, эту машину я как будто бы не обыскивал, но я не мог ее пропустить. Как так-то? Давай, волчара. Так, забираем с тебя вот это вот. Один час разламывать. Надеюсь, меня сейчас волк не съест. Давай, забирай. Ладно, тут ничего полезного нету. Все. Опять же, жуткий перевес, но ничего страшного. Я думаю, что до базы мы это мясо донесем. Правда, костер успеет погаснуть. Ну, это такое. Тем временем у нас уже близится день к вечеру. Потому придется ночевать здесь и потом уже выдвигаться на следующий день по направлению к тюрьме. Да, от волка остались рожки до ножки, что называется. С одной стороны, хорошо, что тут есть такой проход. С другой стороны, этим проходом пользуются волки, и это плохо. Так. Так, тут у нас 22 минуты. Может быть, слушай, может быть, поставить воды делаться? Добавить дерево. Давай-ка я скину мясо. И наделаем себе воды, потому что воды у меня сколько? Не очень много. А сейчас я еще выпью, останется еще меньше. Так, давай вот так вот. Добавляем топливо. 48 минут, час 20, я думаю, что хватит. 11 минут,
До закипания 17 минут. И пока у нас кипит вода, я пойду и обыщу машину. Потому что эту машину я каким-то образом пропустил. Это не новая машина, мы ее 100% видели, но как я ее мог пропустить, непонятно. Я ее не мог пропустить. Я же тут проходил. Я не мог ее проигнорировать. Так, тут есть ткань и письмо, серьезно? Да как так-то? Так, записка черного камня. Подозрительный человек. Внимание служащему персоналу. Мы получаем все больше сообщений о подозрительном человеке, который бродит по долине. В целях безопасности просим указывать время и место, где он был замечен. По последним данным, на его пути находится старая каменная хижина на озере к востоку от черного камня. Так. Немного еды нашел. Но как я мог пропустить эту машину, я не понимаю. По-моему, тут кто-то проходил и оставил записку. Кто-то ходит и записки оставляет. Не один я хожу по этому миру. Ладно. Надеюсь, там водичка еще не выпарилась, пока я читал все это. До выпаривания. Хорошо. И давай еще поставим водички. 53 минуты, 17, ну там примерно так оно и есть. Так, четверть туши волка, четверть. Да, это мы все разделаем, наберем мяско и возьмем с собой в дорогу. Слушай, а пока я здесь, может быть, пойти набрать Тимофеевки еще на озеро? Где у нас, с какой стороны озеро? Озеро вот с этой стороны. Или вода успеет выпариться? 10 минут. Слушай, 27 минут получается. Потому давай сходим, наберем Тимофеевки. Волки, по идее, меня беспокоить уже не должны. Вопрос в том, есть ли тут Тимофеевка. Так, там какая-то туша валяется. Блин, следы моей деятельности, да? Валяются гильзы. Подожди, это спящий волк, что ли? Или это мертвый волк? Я не совсем понимаю. Похоже на спящего волка. Не знаю, не знаю. Ты мертвый или спящий? Мертвый. Ладно, стрелу забираем. Тут вроде бы спящих волков не бывает, да? Заморожено 64%. Но у меня нету времени на него. Собираем Тимофеевку. Потому что ходить с мясом... Хотя, да, есть, в принципе, хорошая версия ходить с мясом, если разрезать его на мелкие кусочки и по пути оставлять, чтобы волки отставали и ели мясо. Какая еловая ветка. А, подожди, Тимофеевку забираем. Так, что тут еще есть? Вот тот берег я еще не облутал. Давай-ка веточки. Это пригодится. И Тимофеевка тоже пригодится. Отказываться от еды я, понятное дело, не буду. Так, ладно, к черту воду, наверное. Я еще заберу вот этого волка. И приготовлю его. Давай. Четвертовать волка мод. Туши можно только замерзшие не более чем... Ага.
Так. Да к черту тебя! Нельзя так нельзя. Короче говоря, я не знал эту фишку, но четвертовать, оказывается, туши можно только, если они не замерзшие. Так, заморожено. Забираем кролика. Разморозим его уже на базе. Так, что там по времени? Да, скоро вечер. И выдвигаться в это время я уже никуда не буду. Есть куча дел на этой базе. Нужно приготовить волков. И выложить все это на мороз. Или даже свежее мясо выложить. Так, вход немножко с другой стороны. Так, так, так. Ну да, вот здесь вот самый неожиданный вход вообще. Я не думал, что он тут есть. А он тут есть. Вот так вот взял и зашел. Так, что-то вода выпарилась. Да нет, питьевая. Замечательно. Ну что? Туши, может быть, прямо здесь и разделаем? Почему бы и нет? Да, да, да. Давай разделывать. Так, кролик, собрать. Что у тебя есть? 0,8 мяса. Давай с помощью ножа. 16 минут, 8 минут. Собираем. И сразу же скидываем мясо кролика. Бросить. 48%. И кролика тоже нужно куда-то выкинуть. Кролик без мяса мне уже не нужен. Вот сюда вот. Так, все, дальше. Дальше следующее мясо собрать. 2-3 килограмма. Ничего себе. Давай с помощью ножа. Так, что? Я разделал волков и одного кролика. Пусть оно лежит здесь. Кролика, опять же, переложим куда-то сюда. Кролик мне не нужен. Готовить я все это буду уже на следующий день, перед тем, как выдвигаться куда-то. По идее, мне сейчас есть не особо хочется. Мы поспим здесь на базе до утра. И перед тем, как выдвинуться дальше, приготовим часть волчатины. Поедим хорошенько. Но волка с собой, наверное, возьму всего пару кусочков мяска, чтобы оставлять его и отвлекать волков. А сейчас давай ложись спать, там посмотрим. Так, спим мы, я думаю, что часов 12. Так, проспали мы 12 часов, и утро еще не наступило, придется подождать. Давай, часик ждем. Ну, светлее не стало. Давай-ка. Спички. И пошли на улицу. Начнем готовить волчатину. И заранее готовиться к походу в тюрьму. Так, давай-ка пей воду. Че у меня по дровам? Дров у меня, кстати, не хватит на приготовление всей волчатины, потому я думаю, что имеет смысл разобрать еще вот эту вот доску. Три доски, 22 минуты. Почему я ее не заметил? Это очень странно. Ну, давай еще это разберем. Час 30, серьезно. Здесь 16 досок. 2 часа. А есть что-то поменьше? Вот это вот 12. Ладно, давай это разбираем. Так, все, день наступил. Хорошо, разжигай огонь. Сейчас будем готовить волчатину. И, как вы слышите, на фоне каркают вороны. Где-то я оставил труп волка. Где-то они там уже нашли над кем покаркать.
Хорошо. Хорошо. Давай, добавляй топливо. Вот так вот. Так, водички, наверное, стоит сделать. Древесину я скину где-то здесь. Так, ладно. И давай, подожди. Подожди. Кролик. В первую очередь кролик. 27 минут будет готовиться. Ну что же. Наверное, из-за того, что он уже немножко подпорченный, потому и 27 минут. Так, погодка в целом хороша, но холодно. Если бы я был не возле костра, а где-то здесь, то я по чуть-чуть замерзал бы. Но возле костра, в принципе, сойдет. Кстати, а можно добавить топливо просто вот так вот? Жаль. Жаль, было бы удобно. Было бы удобно. Так, сколько? 20 минут? 6 минут. Так, забирай. Что у нас там по кролику? До пригорания забираем. Так, это пока. Стой здесь. И готовим волчатину. А то, что приготовили, съедаем сразу же. Час до готовности. Здесь тоже час до готовности. Но придется ждать. Придется ждать, ребята. Так, забирай и забирай. И готовим еще. Так, 2 часа и 7 минут. Час и 2 минуты. Час... А, 19 минут. Серьезно? Какой-то маленький кусочек мяска попался. Так, давай-ка ты нам не будешь готовиться. Это что? 800. Значит, забираем и готовим то, что побольше. Да, вот так вот нормально. Ну и пока что поедим волчатиной. Почти наелся. Так, забираем. Сколько? 800. И тут еще. Сколько это? 255. 800. Все, пусть это готовится, теперь едим. Я там... Я не сильно проголодался. Я хочу попить, и в целом я уже могу двигаться. Два кусочка мяска мне вполне хватит. Это сейчас доготовится, это пусть валяется. Кстати, может быть, распределить, где у нас мелкие кусочки, где большие. Здесь у нас 255 мелкие. И здесь 255 мелкие. Давай забираем. Будем выкладывать. Кстати, у меня есть жареное мясо с собой? Да, есть. Вопрос в том, что я выложу первым. Сырое мясо выкладываю. Хорошо. Так, 45 минут. 33 минуты. Ждем этот кусочек. Забираем. Ждем этот. Забираем. И что мне по воде? 0,6. Надо бы еще воды приготовить. Надо бы еще приготовить воды. Давай воды готовь. 29 минут. 17. А у меня же была какая-то... Да, еще есть палочки. Добавляем палочек. Да, добавляем все. Так, у нас полдень. Если отойти от костра, то в целом я не сильно замерзаю. То есть я вполне могу сейчас дойти даже до тюрьмы. Ждем воду и, наверное, выдвигаемся. А у меня перевес. У меня, ребята, перевес. А почему у меня перевес? Так, 10 минут. Наверное, потому что я не разобрал всякий хлам, который у меня был. Так. А давай-ка посмотрим по шапке. По-моему, эта штука лучше. Давай-ка носить.
Из этих шапок вот это лучше носить. Ту я оставлю. Так, один свитер, 87%. Вот этот можно разобрать. Собрать. И сколько нужно времени? 10 минут. Надеюсь, вода не успеет выкипеть. Что там по воде? До закипания 11 минут. Она только растаяла. Хорошо. Хорошо, дальше что? Свитер, стоит ли разбирать? 87%, 55%. Ну, один свитер я точно разберу. Но не сейчас. Или сейчас. Надеюсь, выкипеть водичка не успеет. Так, свитер, 55%. Давай, собрать. 30 минут. Нет, вода успеет выкипеть. Ждем воду. Забираем и ставим новую водичку. Все, теперь можно успеть и разобрать. Так, 55% действия собрать. Твою мать! 2 минуты не успеет, да? Ай, ну разжигать я уже не буду. Разжигать я уже заново не буду. Что у меня еще есть? Перчатки собрать. Слушайте, хорошо, что я никуда не направился. По-моему, даже очень замечательно. Я бы сейчас попал в такую непогоду, что просто жесть. Короче, я зайду внутрь и... да, разбираю все, что мне надо здесь. Блин, хоть бы знать, какая погода будет на следующий день. Так, давай дальше смотрим. Здесь ничего нету, здесь тоже ничего. Здесь у нас есть джинсы на разбор. Разбираем. А погода все не успокаивается. Неужели придется опять ночевать здесь? Опять тратить время и ночевать здесь? Даже не знаю. На ночь глядя идти куда-то не хотелось бы. Че у меня по весу? Почему 36? Откуда 36 вес такой? Так, ну лишнего топлива у меня нету. Сколько весит... У меня с собой куча еды. Слушай, давай-ка я мясо выложу. Свежее мясо подберу уже лучше потом. Выложу пока его здесь. Пусть оно здесь лежит. И, наверное, жареное мясо тоже выложу, потому что, ну, наверняка оно будет портиться. Оно уже начало портиться. Все, в такую погоду я никуда не пойду, потому что это опасно. Видимость очень маленькая. Если раньше вроде как волки прятались в такую погоду, то сейчас они замечательно гуляют. И отбиваться от волков в такую погоду крайне неудобно. Потому придется снова ночевать здесь. Ладно, ребят, на этом на сегодня, наверное, закончим серию. В следующей серии доберемся до тюрьмы и попробуем выдвинуться. У нас уже появилось еще одно побочное задание. Попробуем добраться до этого домика, там, где, по идее, устроил себе базу этот странный человек, о котором шлось в записке. Доберемся вначале сюда, если выйдет, потом направимся сразу же сюда. Если, конечно, будет свободное место в инвентаре и не будет усталости, и сможем здесь отдохнуть. Вот такие вот планы на следующую серию. А на этом все, спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если вдруг видео понравилось, подписывайтесь, если было интересно смотреть. Увидимся в следующей серии. Всем удачки и всем пока.